Девочки, всем привет! Вы носите на патчах очки? Это я сейчас одела, потому что мне надо было чуть-чуть почистить память в телефоне и, ну, выставить камеру, чтобы поровнее, не поровнее, поэтому одела. Они уже высохли, надо убирать. Спасибо вам огромное! Хотела попозже сказать, но скажу сейчас, пока не забыла, а то, может, не то, что вылетите из головы, а просто говорить, а потом в самом конце, кто до этого не досмотрит момента, поэтому спасибо вам огромное за то, что вы подписываетесь на мой Яндекс.Дзен. Да, не особо активно, но все же большое спасибо. Я понимаю, что нужна регистрация, там что-то еще. Ну, девочки, ну, вот такие вот правила. Не я их придумала, я бы с удовольствием... Блин, все это отменила и оставила один YouTube. Кстати, девочки, знаете, что я не знала и не знаю по сей день? Скажите мне, пожалуйста, кто не в России, Яндекс.Дзен может смотреть? У вас, ну, вы можете зарегистрироваться, есть ли у вас такая площадка? Мне просто вот вообще непонятно, если честно. Вот, скажите мне, пожалуйста, так, что значит? Спасибо большое, девочки. Дублировать буду туда и сюда. Единственное, что идет, цокает. Слышите? Не слышите, как она коготками по полу? Знаете что? Подождите. Сейчас сосредоточусь, девочки. Надо было включиться. Сначала мысли свои собрать в кучу, а потом включиться. У меня волосы пересыхают. И думаю, сейчас... Мне же контент-то нужен. Я же показываю свою жизнь, поэтому я уже думаю, давно мы здесь с вами не собирались. Так, подождите. Короче. Я вчера не снимала, у меня был день перезагрузки. Да, дайте я сейчас лицо побрызгаю. Это у меня бутылочка от Faberlic, тоник Гарниер. Да, я его... У меня... Фу, блин. Мне так не нравится, как он пахнет. У меня в ванной бы это все стояло, но там нет зеркала. Мне не нравится, что это все здесь стоит, но там нет зеркала, поэтому я как бы и крашусь здесь, если крашусь. Вот, как я волосы где сушу, вы видели там на комоде. Короче, у меня вчера был день перезагрузки. Девочки, я очень много дел переделала по дому, таких незаметных вообще. Вы не представляете, как я устала? В 12 часов я еле ноги волокла. Представляете? Я просто вообще очень устала. Ну, во-первых, я хочу сказать, я разобралась вот здесь. Ну, я как разобралась, девчонки? Во-первых, я помыла все вот эти пузырьки-бутыльки. Я помыла вот эти корзиночки. Эти корзиночки, они, во-первых, были с прошлой квартиры. Ну, понятно, да? И они ни разу, естественно, не мылись. Вот, это уже очень хорошо здесь. Здесь была помада изрисована. Федя изрисовал, размазал вот это все. Я вчера побрызгала, забрызгала, щеткой терла. В общем-то, все хорошо. Мне очень дороги эти корзинки. Они мне очень нравятся, во-первых. То есть не то, что даже они дорогие, но мне и дарили. Вот, и они очень удобны. У меня здесь были бусы, всякая фигня. Сейчас маска, кстати. Хотела ее... Вчера, думаю, надо постирать, потом, думаю, надо выкинуть, потом взяла, бросила сюда. Ну, осталось по минимуму какие-то карандаши косметические, что-то тут, эти помады гигиенические, два ботка оставила на всякий яки. Не знаю зачем, может быть, буду там... Хотя тут крабик же есть, маленький, девочки. Есть малюсенький крабик. Вот такой, если вдруг буду маску делать... Кстати, у меня маски ни одной тканевой нет, надо маску купить. Вот такой вот маленький крабичек, если челку заколоть, если маску, допустим, глиняную или какую-то. Ну, я ботки оставила, два ботка выбросила. Вот. И суперклей тут Леша что-то клеил. В общем, все хорошо, ничего лишнего. Вот, чтобы она валялась, чтобы я прошла и ее зацепила и в стирку бросила. Ну, думаю, надо, не надо. Ладно, оставила. Вот в этой вот корзиночке у нас постоянно... А, ну там еще, знаете, что батарейка, которую мы заряжаем. У нас есть устройство, которое заряжает батарейки. Это очень удобно. Вот, а здесь вот такую баночку под мелочевку поставила. Обычно у нас мелочь здесь прямо россыпью. Я ее мыла, ну, толк, что я мыла, все равно так будем бросать, скорее всего. Но вот здесь еще батарейки, которые надо утилизировать. Когда одна, я вам уже говорила, что я просто тупо выбрасываю и все, одну, да. Но у меня, потому что не было постоянного места, куда их убирать. Вот, я освободила себе место, и меня всегда совесть мучает. Вы не представляете, насколько. Это как пакетики, которые вот приходишь, допустим, из-под хлеба можно еще использовать, а из-под чего-то грязного выбрасываешь его.
Да, мыть, ну, я не мою. Ну, блин, еще не этим заняться. Я еще буду воду расходовать, ну, конечно. И вот такая вот штучка у меня лежит. Это в ней, ну, понимаете, да, в автоматах такие штучки есть от мальчики. Ну, там бывает у них там 10 рублей или сколько там. Нифига не 10. Рублей 30, наверное, стоит. Ладно. Сюда я бахилы, кладу бахилы, и она у меня всегда в сумке лежит. А тут я к Ире ходила, помните, крем брала, ну, говорила вам, и помыла ее. Вот надо будет бахилы положить и в сумку, чтобы всегда у меня были бахилы. Мало ли, в сад, в поликлинику, как-то, куда-то, чего-то. Так, вот, здесь все, значит, девочки, я их помыла. Я здесь отодвигала, все помыла, коврик помыла. Замечательный коврик. Девчонки, я не нарадуюсь. Это вам видно, да? Вам видно? Я нифига не вижу. Вот, да. Это вот этот вот Эва, да, по-моему, из Леруа. Отличный коврик. Вот прям, я Леша говорю, давай второй купим. Ну, чтобы вот побольше площадка была. Потому что у меня, знаете как? Так, часто это Арсений делает. Дальше коврика. Вчера все, прям он у нас лежал. Сейчас он по центру вот так вот лежит, по центру двери. А раньше он лежал сюда больше. Я такая, вчера они пришли. Я говорю, так, дальше коврика ни ногой, ни на сантиметр. Хотя здесь тесно получается. Вот. Подождите, девочки, мне надо глаза. Высохло, надо помазать глаза. Что это? А то сейчас буду болтать, а потом без вас, короче, все равно я это буду делать. Я опять буду тоником брызгаться. Так. Крем Фаберлик, кстати, неплохой. Вот. Ну, нормальный, я его использую. За неимением лучшего, знаете. Вот. И что, знаешь, говорю, Леша, давай второй коврик. Он говорит, да зачем сейчас? Надо туда-сюда. Я говорю, ну площадь-то побольше, поудобнее будет. Ну, он как бы пока против, вроде бы как. Он говорит, пока не надо. Я говорю, ну, да и не на что. Вот лишнего нет вообще, чтобы взять и купить. Ну, это удобнее было бы. Все-таки хочется покомфортнее, да? Когда они втроем из сада заходят, прям такие хоп, и стали здесь. Леша-то как-то быстро развивается, а вот мальчишки начинают здесь толкаться. Ну ладно, пусть пока будет так, но очень удобно. Я его помыла под душем, на балкон выставила, ну, стряхнула на балкон это. Он быстро-быстро высох, у нас погода хорошая, 2 дня, вчера и сегодня. Вот, по крайней мере, так. Выходным, видимо, плохая будет, да, а там на Пасху, наверное, хорошая. Что значит еще, девочки? Я здесь все разобрала, расхламила. Я целый пакет мусора, девочки, хлама выбросила. Чего только не выбросила. Здесь Лешина какая-то мелочевка, там все разобралась тоже. Есть моменты, которые у меня там под вопросом положила на столе, прямо на кухонном лежат. Вчера он что-то не разоб... ну, не обратилась к нему. А так у меня здесь порядок, все. Вот это платочки носовые. Вообще, по идее, они не здесь должны лежать. Несколько штучек здесь, упаковка была. Хотела, где лекарства, но это удобно, взял и пошел. А где лекарства, у меня там 3 контейнера надо. Знаете, такое постоянка, ну, на всякий случай, и такое какая-то запасные что-то. Вот мне хочется, ну, не знаю. Внутри все помыла, девочки, разобрала шапочки. Правда, шапки зимние не постирала, потому что вчера Лешину куртку стирала, потом еще одну стирку. А день хороший, тепло, сохнет быстро, прямо замечательно. Вот, потом, значит, что? Я, девочки, перезашивала. То есть я вчера активно вот разбиралась в таких углах, которые, знаете, на камеру нет смысла это показывать. Ну, потому что, ну да, вот прибралась вроде бы как, и нормально, но результат до и после непонятен. Квитанции пока положила сюда, но мне не особо нравится, что они здесь лежат. Ну, пусть лежат. Ну, как бы их вроде бы не сильно видно, да? В идеале был бы шкаф, здесь бы стоял бы один цветочек, и все, и зеркальце там какое-нибудь, либо круглое, либо прямоугольное. Вот, но вот это вот все бы в ванну поставить, но я не хочу таскать это сюда из ванны. Хотя, но мне вот в ванной я не разобралась. Знаете что, я... Вика была, я кое-что ей отдала, но мне там тоже надо что-то помыть, пузырьки, бутыльки, вот это вот дело, да, перед Пасхой-то, помою. И у меня там место подосвободиться. Ну, оно уже подосвободилось, но проплешинами такими, знаете, я говорю, я Вике отдала кое-что. Вчера... Что такое? Набралось, набралось. Вчера целый пакет ей тоже насобирала, там косметики, чем я уже не пользуюсь, тушь, которая, ну, допустим, лежит. У меня одна такая, другая такая, одна не зашла. Поэтому я ей отдала тоже фаберликовская какая-то штука. Думаю, блин, чтобы не пропадала, надо... Опс, опс, ой, 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 быстрее, 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 быстрее. В глаз, сейчас в глаз. Сияние придающее. Девочки, это под крем надо наносить. Но, вы знаете, неплохая штука. Поэтому,
Что стоит? Блин, у меня просто я вчера много выбросила всего вот этого дела. Вот, и у меня много чего было, что нужно было зашить. То есть, я такая, вся деловая, что делала? Разбиралась, расхламлялась, там ходила, все. А знаете, то одну вещь отнесу в спальню, то другую. Я не знаю, сколько километров. Это кажется, что недалеко. На самом деле, я столько проходила. Потом я села зашивать, девчонки. Я зашивала носочки, трусики, где маленькая, малюсенькая дырочка, все равно зашивала, думаю, на дачу отвезем. Ну, что-то не на дачу, что где не видно, да, что зашито. Трико у Феди, там он все падает, коленки раз это. Трико шикарнейшее, вот из любимого Василька, серого цвета, но, блин, прорвал коленки, зашила тоже, ну, думаю, ладно. На даче это непрактично, потому что оно светло-серое, и, ну, сразу же будет грязно, ну, думаю, ладно. Вот. Лёшины шорты зашил, он тоже как-то присел, и у него между ног провалились они, лежали. И вы знаете, я так прямо перезагрузилась, и я без телевизора. Сначала вообще в тишине, потом слушала лекцию Лобковского, слушала. Все, у меня руки не доходили, я все добавляла, смотреть позже. Вчера послушала, потом послушала еще одну женщину, психолога про детей, тоже все хотела послушать. Не скажу, по-моему, Наталья ее зовут, если не ошибаюсь, ну там какая-то Наталья какая-то, ну я могу ошибиться. Вот, и вы представляете, сейчас пока куртку вот так вот двигала, чтобы она в кадр не попадала, у меня подмышка рваная, девчонки, я не видела, ну клянусь, не видела. И ведь, понимаете, нужно ее зашить, нужно распороть подкладку, зашить ее изнутри, да, и получается подкладку снова зашить, блин. Ладно, сделаю, я же Арсению тоже недавно куртку зашивала. И, короче говоря, потом перегладила Лёшины все футболки девочки. То есть, вы понимаете, это на ногах. То есть, сидела, зашивала, я сидя. А это на ногах. Потом, значит, потерла полы. И у меня такая ломка началась. Потому что ужин готовить не нужно было. Мы курицу делали и пюре, когда Вика была. Вика в итоге осталась поужинать. Сначала вроде нет-нет, ну, домой надо было, ей там уроки надо было делать. Но осталось поужинать. И ужин не нужно было готовить, потому что, ну, осталось, да? Мы же не съели за раз всю курицу. Хотя могли бы. Вот. И пюре осталось. Повторяюсь, да? Извините. Так что я хочу сказать. Уже не надо. И у меня начал... Во-первых, у меня первую половину дня так немножко было совестно то, что я не снимаю. Потому что я привыкла снимать. А вот вторая половина дня нормально. Я как-то вот, говорю, отвлеклась, вот стала слушать лекции вот эти вот. И к вечеру я, когда... Я же как-то стараюсь смонтировать к приходу детей. Ну, и Лёши, да? Чтобы не сидеть в телефоне в этот момент. А уже загружать я бегаю там, то готовлю ужин, то еще что-то делаю. И вчера-то они пришли, я свои дела переделала. И я этот телефон-то держу, мне вроде монтировать, а я... Нифига, блин, монтировать-то нечего. И вы знаете что? Мы так провели с детьми классно вечер. Ничего не делали. Я столько слов хороших в свой адрес услышала от детей, что они меня любят, блин. Короче, Лёша смотрел здесь телевизор, а мы с ними лежали на кровати, и они смотрели что-то на Ютубе. Не знаю что, свое что-то. И я говорю, о, вот когда одни листали, я как раз говорю, оставьте вот это. Там трех девочек, Марго, Маргарита, короче, Виолетта и Саша челленджи проводили. Слушайте, просто к чему? Девочки все разные, худенькие, одного возраста примерно. Ну, там две сестры, две погодки, это я потом выяснила. Вот. И мы, знаете, лежим с ними вместе в обнимку. Они смотрят, Арсений же, девочки, Арсений читает по слогам. Все. И достаточно быстро. Особенно я это вчера заметила, когда вот, допустим, такие Милану смотрели, там слово «слежка», он быстро прочитал. А когда на столе лежал хлеб, ну, достали хлеб черный, Бородинский, он его так быстро прочитал. И прочитал не так, как вот он до этого читал, а прям так «Бородинский». Я такая, о, все, говорю, сынок, ты большой молодец, все. Ну, то есть, понимаете, да? Я его не учила, не это. А, знаете что, у меня книжка есть Михалкова, что у нас родились котята, мы не знали, как котят назвать. В общем, думали, решали, гадали. Раз, два, три, четыре, пять. Раз котенок самый белый, два котенок самый смелый, три котенок самый умный, а четыре самый шумный, пять котенок
5 похож на 3 и 2, ну что-то типа того, помните, знаете такое? А там читаем по слогам прям называется, я его заставляла, читай, почитай, это интересно. А он берет всякие энциклопедии, что-то еще, я говорю, ну почитай, пожалуйста, вот это, тебе будет интересно. И тут написано прям по слогам, ну она книжка называется, читаем по слогам. Он, нет, не буду, не буду, не хочу, вот мне вот это интересно. Девочки, как я нервничала, понимаете? И в итоге он сам просто говорит, мама, можно я Феде почитаю на ночь? Я говорю, почитай, взял эту книжку. И ему стало интересно, он ее прочитал уже 4 раза, ну, естественно, половину запомнил. Вот. Может быть, это повлияло, потому что я его заставляла, он не хотел. А может быть, нет. Так вот, вчера, значит, вот эти вот девочки, ой, блин, нос чешется. К чему бы это вдруг? Блин, встала с вами поболтать. Сейчас волосы уже высохнут. Ладно, сейчас быстренько. Все вроде, да? Я все крема нанесла. Хочу делать вот этот вот массаж, вот этот, как это, фейсбилдинг или как? Ну, короче, ладно. Давно мы с вами не стучали, девочки. У меня хорошее такое настроение. То есть, что у меня было с настроением... Ну, в принципе, нормальное было настроение позавчера, когда я сказала, что херово все. Но оно было, в общем, нормальное, просто вот упадническое такое. Вчера я перезагрузилась, сегодня отличное. Да, иногда нужно прямо вот побыть в тишине, и вообще, когда Лёша пришел, включил телевизор, эти новости, или программу там, какую он смотрит, я говорю, я не привыкла так громко. Ну, я же привыкла, когда я одна, говорю одна я, а я говорю, ты что, как громко сделал? Он говорит, да не громко, а я вообще телевизор не смотрю, понимаете? Только вот когда присутствую, если он смотрит. Так что я хотела сказать? Вот эти девочки в челлендже. И так прикольно, челлендж такой интересный. Они в коробке сидели, там нажимали, и надо было закрытыми глазами на ощупь узнать, что там, какая жидкость, какое там что-то в мисках. Ну, в общем, интересно было, потому что я была реально вчера не вот так вот в бегах, в гонках, да, а я была с детьми, мы вместе смотрели телевизор. Ой, блин, ну класс, реально, вот это дорогого стоит. Я сделала переоценку вчера и днем сделала, плюс я психологов послушала. Ну, я как, знаете как, мне, чтобы слушать, мне надо тогда ничего не делать. Не, я могу улавливать, но все равно эта половина мимо проходит. Вот, так поэтому поверхностно. И спрашиваю их, мне так интересно было. Я говорю, а, мальчики, какая вам девочка больше нравится внешне? Вот, Федя сказал одну, Арсений сказал другую. Федя сказал ту, которая мне нравится, может быть, знаете, как раз Маргарита. Я говорю, а волосы у какой вам больше нравятся? А Арсений сказал про... А, какая ему нравится? Подождите. А, нет. Федя сказал про... Ладно, девочки. У нас со Арсением совпало. А я говорю, а волосы у кого больше нравятся? Вот Феде понравились волосы. Ну и мне тоже. Нет, внешне. Короче, девочки. У кого-то совпало, у кого-то не совпало. Ладно, сейчас я буду уже вспоминать. И что значит... А у меня была, я им говорю, у меня была кукла. В детстве мне раньше очень нравилось имя Маргарита. Вот, я говорю, у меня была кукла Барби, и, ну, я ее назвала Маргарита. У меня вообще 3 куклы были. И они, а двух других, когда звала, я говорю, Юлия и Джулия. И вот они, а где сейчас эти куклы? Я говорю, ну, мальчики, говорю, я не знаю, где, блин. Может, кому-то отдала, может, родители отдали. Ну, не знаю, говорю, не помню. Вот, то есть, что Маргарита, Юлия и Джулия, вот эти имена нравились. А еще Виолетта у меня подружка была. И в то же время, как раз здесь девочка Маргарита и Виолетта, они сестры. Там погодки, видимо. И одна из них похожа на маму, другая на папу. У одной волосы русые, но, может, другая тоже порусеет, но, а другая прям блондинка. Глаза одинаковые голубые, а черты лица видно, что, ну, одна на одну, на одного родителя, другая. Ну, в общем, прикольно. Мы обсуждали там что-то. Дети уже большие. И с ними можно обсуждать не по-детски. Я вообще с ними по-детски-то никогда не разговаривала. В общем, замечательно провели время. Потом поужинали, попили чай. Нет, чай не пили. У нас был мальчишек сок. Я пила чай с Лёшей, а у нас был сок в стеклянной бутылочке манго. И бутылка самозакрывающаяся. И Федя такой, мам, тебе же нужна эта бутылочка? Ну, там, цветок, например, поставишь. Или что-то нальёшь. Федя, это, я говорю, да-да, сынок, оставь, конечно, нужно, молодец. На Лёшу смотрю, он говорит, Федя, ты что, тоже барахольщик, что ли? Я говорю, он правильно говорит. Иногда нужна бутылка, чтобы можешь что-то перелить. Может быть, цветок поставить. Блин, и это, посмеялись. Ну, вообще классно провели вчера вечер. Вообще замечательно. Вот я говорю, мне надо как-то периодически делать вот такие перезагрузки, потому что все равно... Вот когда я снимаю, да, я сейчас с вами стою, вроде бы такая на лайте, с вами разговариваю. Вы понимаете, чтобы мне
снять какой-то контент, да неважно какой, мне нужно быстрее-быстрее его снять в первой половине, потом нужно смонтировать, а потом уже выгружать. И когда выгружать, еще на Яндекс.Дзен, господи, девочки, это целая проблема. Это целая проблема. Поэтому вот, ну короче, ладно, весь день в бегах, в делах. У меня стирка постиралась, сейчас я ее повешу и закину еще одну стирку. И мы с вами пойдем в магазин. Я сейчас быстренько волосы еще посушу. Но это нормально, это быстро-не быстро. Я жду, вообще не вижу, чтобы там как-то вроде бы тучки. Не знаю, в чем идти. В этом вроде как-то уже неприлично. Мне не жарко, кстати, я хочу сказать. Неприлично. В синий? Может быть, в синий идти? Ну, не знаю, может быть, в синий пойду. Я хотела бомпер одеть. А я сказала, что я вчера Лешины футболки все перегладила. Вот, да. Сказала, да? Какая я молодец. Хозяюшка. Сегодня вообще у меня по плану вроде бы как было, чтобы шторы поменять. Короче, сейчас я вам все планы расскажу, ничего не сделаю. Все, пошла я волосы сушить, стирку развешивать и не забыть бы еще положить, вон валяется. Намордник этот. Все, девочки, встретимся позже. Собралась, девочки. Хотела пойти на пятачок туда подальше. Не пойду. Там много соблазнов. Просто смотрите, у меня, лично у меня, я не знаю, как у вас, когда напряг с деньгами, мне очень хочется что-то покупать. Даже сейчас одеваю эту куртку, и она меня бесит. Когда была стабильность, все было нормально, да, меня вообще она не раздражала. Ну, есть и есть. У меня как-то другие планы были, господи, я испугалась. Другие интересы. А сейчас получается, что непреодолимые желания потратить деньги. Понимаете, что-нибудь купить. Но вот это вот интернет-покупки, которые вы говорите, там, закажи в интернете, там это на мне не работает вообще. То есть вот я скакалки заказала, я не сходила в магазин, я их не посмотрела, я их не пощупала, понимаете? Вот. На тот пятачок не пойду, потому что там больше магазинов, там пятерочка большая, там желтые тюльпанчики. Но я, может быть, завтра все-таки у меня получится. Но если не завтра, то в понедельник. Фикс прайс попробую. Дурацкая дверь стоит, вообще такая шумная. Она вот эта самая тонкая, простая, вот вообще во всех магазинах продаются. Вот. В понедельник поеду к Насте на ногти. Ногти уже отросли. И знаете, вроде бы и ничего, и не сильно страшно. Можно было бы еще недельку походить, но уже длина мне мешает, мне прям неудобно. Я просто сломаю, и все. Блин, чуть не упала. Поэтому сейчас пойдем с вами. Сегодня же 15 число, Магнит Косметик. Может быть, я куплю два полотенчика. Я не помешалась на них, девочки, но я их так хочу, прям серьезно. А еще что-то я там написала, надо купить. Ириский корм нужен. Вот. Вообще, я хочу на ужин рыбы. Ну, туда надо идти. Здесь все замороженное. А, печенка, кстати, ларечек. Девочки, ларечек. У кого так? Напишите мне. Вот что, вот когда напряг с деньгами, хочется прям тратить их. Вот прям серьезно. Это жопа. Я вчера Лёше говорю, я не могу, меня аж трясет. Да трясучки. От того, что я не могу. Это вот, и мне это состояние знакомо. Когда я была в декрете, когда я уже еще не работала, и уже детские там, ну, не получала там, до полутора лет, да, или чего там дают, я уже не помню. Когда долгов вот столько, я просто вообще озверевшая ходила, понимаете? А когда стабильно, спокойно, ну, я в плане финансовом, да, знаешь, что нужно купить туда, 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 и как-то планируешь, не преодолевая, ну, нет такого желания. Я всегда сборы бланков голосования. Да, у нас дома бланк лежит, надо проголосовать. Ладно, пойдемте, погода хорошая, пойдемте. А еще джинсы между ног протерлись. Вообще, новость, слышите? Вот сейчас кто-то скажет, оно мне надо. Я вот говорю то, что есть. Наверное, все слышат. У нас здесь хорошая акустика, потому что вот такое место. И ветер здесь хороший. Я их уже заштопывала, когда-то отдавала. И сейчас такая хотела одеть, другие одела. Хорошо, что не выбросила. Но нормально, налезли. Все нормально. Я из этих соображений не выбрасывала то, что они мне как раз. Они мне просто не нравятся. И, ну, тут спереди. И под курткой, как они на заднице сидят. Они такие стрейчевые, жопу приплюснутой делают. Вот. Ой, день красивый.
во мне в это голубое видно? Или это моя куртка? Нифига не вижу, девочки, что снимаю. Ладно, пойдемте. Так вот, я даже говорю, у меня же есть... Вот к чему я это вообще. У меня есть джинсы из Bon Pri. Как они называются? Бойфренды. А они велики мне очень сильно были. Были в том году. Блин, ветер. Здесь же ателье есть. Мне бы их ушить, а я с ней разговариваю, 250 рублей стоит. Вот я думаю, наверное, надо. Пойдем, ладно. А то помните, девочки, вот эту баночку? 64 рубля минус скидка. Она меня стоит, ждет. Очень мне нравится для соды использовать. Вообще очень. Я иногда хоп, открыла такая в раковину. Это раковину помыла быстренько. Замечательно. Мне написали, что пол-литра туда умещается соды, я имею в виду. Вот я смотрела в прошлый раз вот эти вот контейнеры, корзинки. У меня же зеленые такие есть, да, помните? Ну, вот примерно вот такие. Как они мне нравятся, мне так хочется их мальчикам в комнату. Причем, ну, во-первых, серые нейтральные, да, а во-вторых, они очень удобные. Вот серьезно, очень удобные. А сейчас тем более на них, ну, как бы, что 200 рублей заплатить, что сколько там получается, минус 160, ну, 160 поприятней. И вот думаю, потом же жалеть буду, если не возьму. Здесь все круглые доски, смотрю, я же все хочу круглую. Это, хотя надо в фикс-прайс попасть, там есть что-то крутящееся. Ой, девчонки, это хрень какая-то в голове сейчас. Да. Туалетная бумага золотая. 290 рублей. Типа по акции. Вообще я в шоке. Вот серьезно. Но фикс, я так поняла, тоже уже дорогая она. 193 рубля. Я сейчас пойду в Магнит в Нижний. Возможно, там дешевле. Здесь, во-первых, скидки с нее не будет. Желтый ценник. А, может, в Магните будет подешевле. Да, девочки, я только Зеву предпочитаю. Зеву. Не вот эту трехслойную, а вот или белую, вон ту, либо сиреневую. У нас еще 4 рулона есть. Леша покупал. Я говорю, за сколько купил? Что-то он мне сказал, я недовольна была. Он говорит, слушай, ну что, не покупать, что ли? Или купить надо было другую? Я говорю, нет, эту. Ну что это выпендривалось, скажите мне. Сколько здесь? 4 рулона. Я просто смотрю, думаю, может быть, 8. Угу. Нет, это нет. Да она тонкая, она расходуется быстрее. Поэтому не вижу смысла никакого. Так, хорошо. В общем, девочки, я лоханулась с ополаскивателем. У меня 80 стирок. Я за 249 рублей покупала здесь. Ну, циклов. Здесь 160, 379. Ну, знаете что? Я поленилась сюда идти. А, видимо, это уже была акция. Знать бы, где упасть. Ну, ладно, нормально. Ну, что теперь? А вот соль, пожалуй, возьму. Ценник хороший. Ну, так она и стоила. Она последняя. Получается 199. И знаете что? У меня же финиш-то вот этот есть. На балконе так и стоит. Надо хоть, ну, не забыть про него. Это там уже стулом заставили. Я не пользовалась еще. Ну, ценник тоже нормальный. Смотрите, 100 таблеток 999. А, или пользовалась одной. Он у меня на балконе выветривается, потому что он очень сильно ядреный пахнет. А вот пользовалась или нет, не помню. Вот эти вот таблетки, помните, я вам говорила? Они, в общем, неплохие, но слабенькие. Как бы они моют нормально, но вот бульон, допустим, накип на кастрюле не очень отмыло. Ну, я поняла, как ими пользоваться, и нормально. Так что вот так, что Самат 1600. У меня есть, ладно, еще. Вискас со скидкой 24 рубля. 25, 24,99. Слушайте, тут достаю, значит, пакетик. Смотрю, отличная цена. Лежит у меня пакетик. Такая, хоп. А он такой малыш, девочки. Это не оригинальный пакетик, как вот этот. Он прям маленький. 12 рублей он здесь стоит. Я посмотрю сейчас в другом магните. Ну, в этом, в обычном. Он такой малыш вообще. Здесь сколько? 50 грамм. Так я даже опешила. Но, кстати, кошки мои как раз, потому что всегда остается где-то треть, и мы выбрасываем, как правило. Поэтому нормально. Ну, возьму вот эту утку, она нормально ест. Смотрю и думаю, девочки, Батиста. 399, это вот это вот, типа по акции, ну что, 400 рублей, да? А вот так получается 300. 300, да, со скидкой. Ну что, дешевле, наверное, я не найду. Как вы считаете? Считаете, что лучше помыть голову, да?
смотрите, картина маслом. Красота какая. 73 рубля. Но я не буду брать, у нас вроде есть. Не хочу тащить. Это я из Магнита вышла, из косметика. Вот это вот хочу, девчонки, взять. Как вижу, прям не могу. Раз на раз не приходится. Бывает сильно соленое, бывает не очень. Или у меня что-то там со вкусами. Но с пюрешечкой и вместо мяса прям очень вкусно. Даже подешевле, кстати. Ну, было 52, тут 43. Ну, неважно. В общем, а объем получается, я уже говорила. В общем, девочки, кто любит, попробуйте. Соленовато, но вкусно. Остальное все как-то цены негуманные. Мне 42 рубля больше нравится. Может, еще взять? Ну, я же потом захочу, а потом за 50 придется покупать. А что? Сколько тут объем? 70, да? А здесь... Так. Ну, понятно, что здесь побольше. А, это такие же, что ли? Подождите. Что я не поняла? А, здесь 90. Это масса банки, а там компонента. Так выгоднее вот это взять. Да? 140 получится. Да, девочки, пожалуй, я возьму еще. Не достану с вами. Смотрю, значит, на молоко, на цены. И как только вижу вот этот вот ценник 64-65, мне сразу хочется кефир в кофе добавлять. Серьезно. Какой взять-то? За 79 возьму, наверное. Там домик в деревне, да? 2,5. Ну, значит, а... Простоквашино 2,5, еще дешевле. Ладно, кефир подождет тогда. Будем все-таки молоко добавлять. Вот это вот молоко есть. Я его раньше вообще часто брала. Вот в той квартире, когда жили, я и Феде из коробочек контейнер сделала для носочков. Девчонки, его начинаю пить в кофе, сразу бурлит в животе. То есть нет, ничего не происходит, ничего, но целый день бурлит в животе. Леша говорит то же самое у него. Поэтому что-то мы его перестали пить. Ну, у нас сейчас в холодильнике, кстати, оно есть. В прошлый раз Леша купил. И, в общем, короче, там что-то надо на нем приготовить. Открытое стоит. А масло сливочное. Девочки, что тут? 183 магнитовское. Да? Смотрите, 82,5, 183 рубля. Это вот это. Оно нормальное. Посмотрите, как дорого. 143... Там чего-чего? 159, 159, 120. Что такое? 72,5. Если бы дети не ели, я бы взяла себе 79. 79. Ай, блин, 79. Ну чего тогда? Вот это что ли Боговарова? А, ну 72 тоже. У нас есть еще маленький кусочек, но на утро не хватит, если бутерброды захотят. Суздальская 72,5. 249, девочки. Я тоже себе 2,5. Так и это 72, домик в деревне. Офигею. Короче, пойдемте дальше. Вот мне на творог ценник нравится. Где он? Вот 39 рублей. Ну, 40 рублей. Творог 9%. Хороший. У меня детки хорошо его едят со сметанкой. Отличный прям. Ценник нравится, да, я беру. Сейчас еще есть, просто надо доесть, а то новый начнем, а это некуда деть будет. Стою, девочки, сыр выбираю. Взять тофу, не тофу. Вы мне там написали его пожарить. Вы же знаете, я вот тот кусочек-то один отрезала, положила сыр в пакет. Пакет завязала и поставила посередине на полочку в холодильнике, чтобы он мне глаза мозолил. Он так и стоит. Я говорю, Леш, попробуй. Он говорит, а что ж сама не стала есть? Я говорю, гадость редкостная. Он говорит, даже пробовать не буду. Ой, блин, вообще. Нет, я не знаю, у меня рука не поднимается. Если бы я не знала, какой у него вкус, я бы, может быть, и пожарила бы его сразу, сходу, не стала бы пробовать. А так он стоит, тухнет. Ну, пропадает. Он же закрыт пакет. Не знаю. Что тут с сыром-то делать? Вот этот сыр был неплохой, испортился. Вот. А в пятерочке мне нравится, но в пятерочку я уже идти не хочу. Мне написали, что белорусский
вот который красная цена, белорусский хороший, а вот там самарский, вот я который брала, фу, блин, по-российски или российский, отвратительный. Это мне написали, я стала сравнивать. Как раз у нас дома был, и я купила потом. Да, девочки, спасибо большое, вы правы. Ириска белорусский есть, а самарский нет. Ой, не могу. Ну что, блин. Капуста тоже нынче дорогая. Не знаю. Нынче. 114 рублей. Что там, твердый, выдержанный кусочек. Ой, так этот кусочек я уже беру третий раз, девочки. Меня все ценник привлекает. А что тут, наверное, по срокам? Что-то печально. Нет, до сентября 22-го. Ну что делать? Колотый. Что же, он вкусный, девочки? Или такой же, как этот? Не знаю. Что мне скажете? Ладно, я не буду сыр покупать. Скажите мне, пожалуйста. Нет, вот эти вот я все знаю. Ну, как-то вот этот хороший. Вроде бы. Я не помню уже. Это что, тофу? Да, вот он, красавчик. Вот он. Стой. Вот я смотрю, хочу прям, вот не могу. Взять, что ли, девочки? Порадовать себя, побаловать. Не за что баловать-то, блин. 27.04.22. Хочу. А это тоже, наверное, такой по сроку. Ну, что, для дураков, что ли, конечно. Ладно. О, а здесь, смотрите, скидка 30%. Это типа его ценник, да? 429, а это минус 30% будет, да? Девочки, да? А 30% это сколько? 120 рублей? Ну, побольше, 140. До 17.05. Только на это, да? Так это сколько будет-то? Минус 140 рублей. 300 рублей, да? 400 грамм. Ну, нормальный, да. Не, я не готова. Хотя, с другой стороны, что готова, не готова. Завтра опять за сыром приду. Ну, грубо говоря, да? Ладно. Финский. Что там? Тоже срок подходит? 134. Маленький кусочек. До июля 26. Ну, давай вот этот возьму. Пойдемте. В общем, девочки, пришла я уже домой. У меня по списку был сыр и молоко. Да, представляете? Яйца подорожали. 84 рубля я взяла. Было еще 79. Были 90... По-моему, 3. Но 79 очень грязные и значительно меньше. Эти тоже, кстати, я открывала, специально смотрела. Вообще сильно грязные. Ну, многие. Вот это только одно. Я, понятно, что я их мою, но в любом случае как-то не особо приятно брать. Я смотрю. Молоко. Взяла вот такие вот перья. Вообще, на самом деле, мы их не очень любим. Но что-то я давно не брала, сейчас на них посмотрела и взяла. Не из-за того, что там акция была. Акция – это одно название. Но взяла, пусть будут. Заменитель сахара 159 там с чем-то, короче, 160 рублей. Да, дорого, но я особенно вечером. Вот днем я еще могу сахар, ну, крайне редко, но могу. Но в основном я вот с сахаром пью. Так, мои оливочки, девочки, без косточек. Кто любит, попробуйте, попробуйте. Прям, ну, они солененькие. Я первый раз, когда попробовала, говорю, надо их промыть. А потом, нет, не промываю. Финский сыр. Ай, моцарелла, девочки, да. Не знаю, может быть, до Пасхи оставлю, если... Ну, посмотрим, как пойдет. Ириски корм, две городские. Одна городская... Ну, Леша ест с хлебом, в основном с белым. И вот у нас творог есть с сметанкой, в общем, бутербродики. Ну, эти поняли, да? К чаю. Вот это вот все дело вышло у меня почти на 800 рублей. 700 чем-то она там сказала, я чек не брала. Я примерно тоже в голове складывала. Ну, вы складываете, когда что-то там берете? Ну, я складываю всегда, девчонки. Всегда, абсолютно всегда. Зато сейчас я, девочки, покажу вам, что я приобрела в Магнит Косметик. Причем сказала же. Сказала, что не пойду на пятачок на тот, там больше соблазнов, девочки. Ну, я сходила в Магнит Косметик. Очень продуктивно. Сейчас я вам покажу. А потом кое-что расскажу. Девочки, я что-то подумала, что я очень много наболтала с утра. Да? Да? Наверное. Просто почему-то мне так кажется. Хотя не хотела, хотела, блин, быстренько. Давайте, знаете что, я этот влог закончу, потому что сейчас еще если покупки, то видео получится на час, мне так кажется. Мы с вами в магазине были, ну, короче. Вот, и покупки из Магнит Косметик я сниму тогда отдельным видео.
спасибо большое, что подписываетесь на Яндекс.Дзен. Куда что выложу, не знаю. Мне говорите, Оксан, выкладывай на Яндекс.Дзен, тогда, чтобы все смотрели, да? Ну, кто-то мне такое пишет. Знаете что? Я вам хочу сказать. Теоретически, да, практически, на Ютубе все равно монетизация хоть какая-то есть. На Яндекс.Дзен-то вообще пока копейки. Ну, настолько копейки, что вообще тогда, ну... Хотя вот тогда, может быть... Ну, там, видите, там просто просмотры, они не засчитываются. Там нужны подписчики. Именно подписчики. Вот, чтобы подписчики смотрели. Поэтому мне как бы... Ну, я не вижу смысла. И на Яндекс.Дзен долго загружает видео по сравнению с Ютубом. Хотя вот если ютубовское скачать, скажите, скачать на компьютер, из компьютера тогда быстро загружается. А вот если просто его с телефона загружать долго. Поэтому не знаю, девочки. В общем, спасибо большое, что вы подписываетесь. Подписывайтесь. Я сейчас там... потихоньку буду выкладывать старый контент. Ну, возможно, кому-то будет интересно, кто не смотрел. И причем буду старый контент выкладывать. Ну, постараюсь для себя так, чтобы вот... который мне нравится, чтобы сильно не забивать. Потому что, видите, там нет плейлистов. Вот это вот меня раздражает. Можно было по плейлистам разделить, да? Ладно, что я хочу сказать. На этом я заканчиваю этот влог. Спасибо, что были со мной. И всем пока. В кривых очках, девочки, на голове черт ногу сломит. Но красоту ничем не испортишь. Я прям не могу. Такие облезлые волосы, такая вообще стрижка. Надо будет когда-нибудь постричься. Вон виски седые. Ой, господи. Не могу на себя смотреть, честное слово. Можно было ресницы накрасить, с одной стороны. С другой стороны, мне и брови уже не нравятся. Опять их надо красить. А я черную краску пока еще не нашла. Не хочу это коричневое, надо будет Вике отдать тогда. Она в прошлый раз красила, ей понравилось. Ну, недолго держится. Все сказала, что хотела. Все, всем пока.